фарш, как услышат моторы. А мы не будем заводить моторы. Пустим их под уклон и выскочим в последний момент. Как минимум, до рва мы так доберемся. Ну? Хорошо. На черты идешь первым. Ладно. Как доберетесь до рва, готовьтесь. Томми, ты со мной? О, да. Проехать по минному полю, захватить бункер и поджечь термит на складе боеприпасов. Да нехрен делать. А ты зажжешь в небе второе солнце. Если наши корабли не увидят сигнал, они не узнают, что мы победили, и накроют нас заодно с немцами. Ну, насчет тебя не знаю. Вот меня совершенно не утешит тот факт, что меня убьют свои же. Не волнуйся, я выстрелю вверх. Ждем команды, шеф! Бери нижний каземат! На мне верхние! Помни про ракету! Выходим! Да, сержант! Ребята, готовься! Вы за мной! Томми! Оттащите их! Надо расчистить дверь! Так, парни! Половина! За мной! Этот ПТР нас растерзает! Огонь на подавление! Наступаем! Слева! Еще! Противник!
Левый пулемет замолчал! Нам бы пригодился. Твою мать, ну и вонь! Сержант, тут фонарь. Надо... Твою мать! Теперь вперед. Вот это зверюга! Одна готова. Одна осталась. Последний заряд термита. Сержант, поможешь?
Что это было? Черт, пронесло. Спасибо, сержант. Граната! Ложись! Уэб справился. Теперь все зависит. Укрытие! Готов. Качай их! Ставлю дым! Вперед! В каземате чисто! Как взрывать-то? Термит кончился. Зато есть Бангалор. Пока она не рванула. Где ракета? Скоро начнется обстрел. Иди наверх и пускай ракету. Ракета! Вот скоро откроет огонь. Черт! Ракета накрылась. Да ты что, издеваешься? Где Веб? В нижнем каземате. Тревога! Ложись! Я к Вебу за ракетой! Все в укрытие! Пора бежать! Тебя носило. Ты еще дрыхнет. Я ждал, что какой-нибудь псих придет и спасет нас всех. Ну что, давай подадим сигнал ребятам. Мы потеряли капитана, но добились своего. И мы почтили память павших единственным возможным способом, выполнив задачу. Я смотрел на своих солдат и надеялся, что они справятся со всеми трудностями, совершат невозможное. Увидев ракету, я понял, что не ошибся в них. Вот это и значит быть командиром.